Ребята, всем привет! Меня зовут Ира, и вы смотрите канал «Рисование для всех». И сегодня мы продолжим рисовать по игре «Маленькие кошмары 2». А в конце видео вас, как всегда, ждут приветики от хвостика. Кстати, правила у нас немного изменились. Теперь, кто хочет попасть в эту рубрику, должны правильно указать время всех пасхалок от хвостика. Итак, игра «Маленькие кошмары 2» не так проста, как кажется на первый взгляд. Разработчикам очень точно удалось передать атмосферу своего мира снов и кошмаров. Зрители – это похожие на людей существа с большой головой. Однако они отличаются от них тем, что их лица очень сильно искажены, из-за чего у зрителей нет видимых глаз, носа и рта. В отличие от многих других врагов, зрители не станут нападать на Мона первыми, если только он сам не разозлит их. Они будут смотреть в телевизор и игнорировать присутствие Мона, если только он сам не выключит его. После чего зрители побегут к Мона и пустят в него поток энергии, что в итоге приведет к окончанию игры. Однако, если Мона перед этим включит другой телевизор, зрители не будут срывать на него злость и сразу же начнут смотреть на новый экран, что позволит главному герою воспользоваться освободившимся телепортом. Тема зомбирования человечества является основой в этой игре и проносится через все уголки бледного города. Башни изменяют не только реальность для всех взрослых людей, но и их внутренний мир, лишая их привычного человеческого облика. Основное предназначение башни – изоляция общества, разрыв любых человеческих взаимоотношений и контроль происходящего. Этакий аналог государственной системы. Именно поэтому люди в бледном городе больше не общаются между собой. Они уткнулись в телевизор и не замечают происходящего вокруг. Рисунок зрителя, точнее зрительницы, у нас получился. А сейчас переходим к следующему рисунку. Итак, это, конечно же, худой человек. Он главный антагонист в игре «Маленькие кошмары 2». Вероятнее всего,
Именно он является тем, кто по неизвестным причинам распространяет через телевизоры сигналы, которые негативно воздействуют на все живые существа, превращая их в некое подобие зомби. Худой человек очень высокий и тощий, у него неестественно серая кожа, однако в остальном он не настолько монструозен, как остальные жители бледного города. Худой человек одет в голубовато-серый солидный костюм, на голове носит помятую шляпу. Путешествуя по миру, Мона с Шестой встречают телевизоры, которые давят на них своими импульсами, позволяя Мона зайти внутрь, где он и обнаруживает таинственного человека в шляпе. Поначалу герой следует к нему самостоятельно, однако ближе к концу игры человек в шляпе вылезает из телевизора и идет следом, будто подталкивая Мона двигаться прямиком к башне. Вот такие рисунки-открытки у нас получились. Мне кажется, вышли они у нас очень здорово. Такую открытку можно даже подарить своему другу, если, конечно же, он является фанатом этой игры. Ну а сейчас переходим к приветикам от Хвостика. Ребята, в своих комментариях не забываем отмечать время, когда вы заметите пасхалки от Хвостика. И для вас в конце следующего видео будут приветики. Ну а сейчас переходим к просмотру ваших работ, которые вы можете прислать мне в группу ВКонтакте. Ссылочку на группу можете найти в описании. Ребята, огромное вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. И если вам не трудно, то поставьте лайк и поддержите наш канал. Ну и как обычно, желаю вам отличного настроения и до скорой встречи!